К началу октября в городе-курорте уже привито более 40 тысяч человек, из них 15,5 тысяч дети. Вакцинация – наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Ее результатом является снижение вероятности заболевания и рисков осложнений в 3-4 раза. Из-за непрерывной изменчивости вируса гриппа вакцинацию необходимо проводить осенью, до начала подъема заболеваемости. Медики напоминают, что прививки, сделанные в прошлом году, неэффективны против нового вируса. Вакцинация маленьких анапчан проводится в детских садах и школах. Взрослые могут сделать прививку в поликлинике. Клиники по адресу улица Крепостная, 85, с 8 до 16 часов в прививочном кабинете. Сельские жители в лечебных учреждениях по месту жительства. Прививочная кампания продлится до ноября.